Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Заключительное Best of 3 на сегодня стартует уже через несколько минут, а у нас несколько видоизменилось в студии аналитики. К нам примкнул царь всея Душнил, он же Дмитрий Лайтов-Хэвен-Куприянов, и я готов к душке в прямом эфире. Со мной также все так же прекрасная Дарья Ритель-Морозова, ну и меня зовут Герман Гром. Всем еще раз здрасте. Ну что, рассказывай, как тебе первая катка, первый матч? С точки зрения, знаешь, эмоционального какого-то порыва. Понравилось тебе вообще или нет? Ну, давай так. Я не эмоциональное существо. Все это уже давно знают, абсолютно все, кроме вот этого бесполезнича, который сидит от меня по правой руку. И эмоций во мне нет. Никогда не было. И, возможно, никогда не будет. А если брать вот со стороны качества, которое было в этом матче, то я бы сказал, что Ашеры молодцы. То есть, если брать групповую стадию, было очень много брака, они постоянно ошибались, постоянно фидели. Где-то там Ватсон регулярно, там у него сейчас такой, знаешь, фейл есть в поздней стадии, он забывает боковые поражать. Тут один раз было, но один раз не считается. И Ашеры очень хорошо сыграли. Я рад, что они потихонечку вот, становятся сильнее. Но ты ожидал, что они, в принципе, дойдут до финала нижней сетки? Ну, то есть ставил ли бы ты их в начале турнира на такую стадию? Ну, учитывая, в каком состоянии сейчас находится весь регион, я думаю, NMA тебя уже подушил, намекая, что у нас сейчас все составы заново собрались снова. И поэтому Na'Vi, которых я упоминал на The International, скорее всего, сейчас будут как минимум ТО-2, потому что все остальные пересобрались, в том числе и ВП. Поэтому, да, я думаю, сейчас вообще вот такая история, что ближайшие, наверное, топ-1, топ-2 нашего региона — это Natus, Винсер и Team Spirit. А все остальные будут только находить свои, ну, скажем так, будут учиться играть вместе следующие полгода, как подожди, минимум. Подожди, я не ослышал, ты сказал Na'Vi. Ну, типа того. Ближайшие топ-1, топ-2. Ну, топ-1 Spirit, ладно, они топ-2. Ну, то, скорее всего, это они будут занимать сейчас лидирующие места. Так до сих пор топ-1 занимать невыгодно, все равно опять плей-офф, ну, да. Попадаешь на мажоре. Зачем это надо? Лучше ну, да, послить. Видишь, так оно и работает. Ну ладно, давайте поговорим по командам Creep Wave и Гидра. То есть Гидра, да, это те самые Близи его команда. Вот команда Creep Wave — это победитель предыдущего сезона, но там состав видоизменился. Они вышли довольно легко, во-первых, из групповой стадии с первого места и продолжают, на самом деле, по верхней сетке идти максимально уверенно в гранд-финал. Я, опять же, да, узнал, что никакого преимущества, как мне привычно, да, в Counter-Strike раньше было, что ты, если выходишь в гранд-финал по верхней сетке, у тебя плюс одна карта в финале, соответственно. До сих не слабаки, мне нужны подачки. И даже вот с такими условиями ты все равно был топ-2. Ну, то есть... Ну да. Ну а что поделать? Кто-то должен занимать это место, Дим. Конечно. В любом случае. Тебя-то вряд ли кто-то переплюнет. Правильно? Нет. Там одни ребятки стараются, так что да? скоро будет. Тоже еще более душный. Дмитрий. Так ладно. Вот, возвращаемся. Давай. Возвращаемся. Creep Wave. Они фавориты, в принципе, по всему турниру лично, по твоему мнению, с самого начала турнира или же нет? Ну, во-первых, там ребятки очень сильные, да, то есть мы много раз отмечали, что Штормера — это на самом деле самые настоящие звери, очень хорошо играют, и они просто очень сильные. Но если брать конкретно командные взаимодействия, там вообще происходит самый невероятный хаос, поэтому пока не вытаскивают только на индивидуальном скилле. Вот только на индивидуальном скилле. Хорошо, про команду Гидры. Здесь инмейт, я сказал, правда, не знаю, насколько утрировал он свою речь, что, в принципе, эта команда сейчас одна из самых сильных, потому что, да, Близи самый сильный оффлейнер. Дрим самый сильный морф, как говорил Кристалл по его заветам. Давай про команду Гидра. Гидра, она боеспособна против команды Creep Wave сейчас? Или Creep Wave она сейчас против любой команды боеспособна. Начинали они игры, я их лично комментировал. Я думал, они вообще последнее место в группе займут, учитывая, как они играли в начале. Это был просто мрак. Сейчас я смотрю на то, что они делают, и, честно говоря, это просто две разные команды. Поэтому они прогрессируют. Прогрессируют они довольно-таки дерзко, довольно-таки резко. И сейчас они супер опасны, просто потому что они играют хорошо. Как бы это смешно не звучало, как бы там не душил Crystal Dream, я просто смотрю, как человек играет на морфе, прожимает все кнопки на морфе, потом прыгает в барик, прожимает все кнопки, и он просто один из сильнейших кэрри этого турнира прямо сейчас. То есть вот конкретно сейчас вот на этом турнире Dream — это один из сильнейших кэрри по микро, который вот он пока демонстрирует. Так, ну ты что думаешь, Даш? Не, вообще изначально появление этой команды — это очень круто. От Зайцева уже много инициатив исходило по развитию киберспорта, именно Dota в его стране. Он там разные фонды создавал, деньги собирал. И вот сейчас составил команду мононациональную, получается, для себя конкретно и для своей страны. И вот у нас были такие ребята Бейт,
Они выиграли две карты за всю групповую стадию. Одну из них отдали Гидра. И я по итогу того, что сама смотрела, я хотела бы, наверное, сказать больше, что они когда хотят, они могут порвать любого. Но иногда такое ощущение, что у них то ли мотивация играть пропадает, то ли они не собрались, то ли они не проснулись, то ли они не поели. Они могут в рандомный момент что-то отдать. И если смотреть на эти две команды, Creepwave и Гидра, я все-таки бы пророчила финал именно Creepwave, потому что они суммарно выглядят постабильнее. Хотя тоже у них не все бывает, слава богу. Да, в любом случае, нам стоит напомнить, что команда, проигравшая именно в этом матче, она не покидает турнира, она падает в финал нижней сетки, который будет уже завтра против команды HellRaisers. Ну а да, вот давай немножко по ашерам, Дима, ретроспектива. В предыдущем матче, да, по первой карте, наверное, я думаю, ты с нами был бы солидарен, что немного в драфте они все-таки выглядели послабее, чем Империи, но тем не менее они забрали карту и вторую тоже. Но в целом команда смотрится максимально синергично, и вот команда, которая сейчас упадет к ним, будет ой как непросто. Крипвейвы могут их развалить, Гидра нет. То есть Гидра, если она упадет к ашерам, ашеры их выиграют. Слушай, мне уже нравится. У нас на аналитике появляются люди, которые вот, ну, которые вот скажут, как отрежут, потому что здесь, ну, не хватает нам этого, скажем так, как уже забыл это слово, в общем, не хватает нам этого. Почаще надо Дарью аналитику звать. Вот. Ашеры, у них реально все прикольно делается. У них прикольные мысли, то, как они решили подойти к своему составу, это классно. И тем более, что они чуть ли не одна из первых команд, которая вот решила всех как бы все, закончить все отношения с предыдущими ребятами, потому что они сами начали расходиться, оставшиеся тоже надо убрать и все заново собирать. Они одни из первых это сделали, самые первые начали как-то сыгрываться, начинать пытаться. Импакт есть, импакт виден. Они растут, они круто провели групповую стадию, и я верю то, что на первый дивизион они пойдут уже, ну, явно не с тенденцией так, что займут последнее место. Ну, там будет Империя. Ну, так, импакт есть, но пока... Маломальски с точки зрения каких-то глобальных перспектив? Ну, с точки до 20 импакт есть, да, но мы посмотрим, как они выступят на DBC, потому что напомню всем, что Ашеры заняли третье место на отборах к Инту, и они играли хорошо. И я до сих пор не понимаю, какого черта, почему ушел Куман, или его убрали, я не знаю, почему все они куда-то ушли, почему всех убрали, они, черт возьми, играли действительно круто, ну, понятно, что там были ошибки, но они боролись со спиритами, которые были чемпионами Инта, то есть, условно говоря, вот есть спириты чемпион Инта, и вот там где-то рядышком были Ашеры и Имперцы. Ну, блин, но это ж не работает так. Подожди, я понимаю, что так не работает, но они боролись. То есть какого черта одна и вторая команда, по сути, распались? Что за фигня? Ну, ты же сам, ты бывший проигрок, ты знаешь, как это работает изнутри. То есть результат вообще не отображает действительности. То есть внутри команды может быть полный раздор. Да, конечно. Вот. И, ну, ты можешь играть хорошо. То есть и в Нави, когда вы выиграли там титул, у вас же тоже все было нехорошо. И была внутренняя какая-то, знаешь, вот... Они только собрались. Понимаешь, когда мы играли в Нави, мы там уже играли много лет вместе, мы уже там мечтали о пенсии. Но бывает и со старта, что ты не стакаешься. А там только-только собрались ребятки вместе, только-только собрались. Ну, не знаю. Мне кажется, у них такая же проблема настигла, какая была и у Нави, которые тоже специально собирали состав к валам на Инт. Люди хотят сразу все. Если что-то не получилось сразу все... Они решили на корню менять ситуацию и пересобираться. То же самое было и здесь. Слишком высокая ставка была на этих квалах, хотели топ-1 и никак иначе, за топ-2, топ-3 ничего не дают. Может, так как-то? Они такие, ну, мы достойны первого места, а не третьего какого-то там идиотского. Что, нам хочется ждать, чтобы снова третье место залутать? Нет, давайте все с нуля. Может, как-то так. Ты так мило. У нас единственная команда за все эти квалы, единственная команда, которая не развалилась, хотя провалила квалы, это PogChamp. У них только одного хардлейнера увели Гамбит, а все остальное у них осталось как было. Ну, вот это мужики. Но в этом случае я обычно говорю, лучше бы они развалились. Да, ну... Эх. Когда-то он перестанет душить, но это будет совсем другая. Поедут PogChamp на мажор. Когда драфты выйдут, тогда я перестану душить. Ну, драфты пока еще не выходят, дорогие друзья. А вот они. А вот они. Creepwave сразу же МКС забирают. Бан Марса плюс... Бестмастер и... Так, Инвокер в бане и Вивер в бане. МК, наверное, здесь уже Creepwave... Насколько я помню, они на четверочку в юзаре, и неплохо получалось. И, в принципе, сейчас у нас МК больше о четверочке, чем о других позициях. Но у нас, в принципе, популярностью не пользовался. Если говорить про всю групповую стадию, плей-офф, не особо-то его и брали. Катаоми, что он там может на нем? Все могут на нем. Это их сигнатурка. Самая уважаемая четверка. Самая уважаемая четверка — это МК. Заяц-значение разваливает. Заяц-значение, соперник. Крижу один, я не буду продолжать. Ну ладно. Чат, хотите. Как хотите. Чат продолжит. Ну ладно. Ну, доброе. Ну, простите. Надо освоиться как-то еще. Ладно. Плюс Эмбер Спирит есть. Ой, ну я рада, это, слава богу, не Земелимит. У Аскольда не всегда хорошо получается. Так, ну вы же знаете, что в Эмберспирите есть магия.
Когда он появляется в первой стадии, команда умудряется взять героев, которые его не закрывают вообще. И он просто вот так вот по всей карте летает, лево-вправо, там фисты, улетел на базу, восстановил ману, вернулся, развалил, бам, никого нет. И, о чудо, это Абадон, это уже один герой, который ему ничего не делает. Еще парочку героев. И реально это будет очередная соливарня от Аскольда. Я просто этих игр уже смотрел много-много раз. Это магия Гидра, они когда берут Эмбер Спирита. Как они это делают, я не знаю, но Эмбер Спирита вообще ничем не закрывают. Я вот хотел, да, вот сейчас спросить, будет ли нормальный контроль от Крип Вейв, и ты как раз-таки говоришь, так, вот первый герой, который ему ничего не делает, ну, ладно, он хотя бы чины снимает, но он заряжает чины по двоим, поэтому на одном герое не висят, плюс МК, вот палочка, ну, можно вот палочку дать, можно показать ее кому-нибудь, но ее надо зарядить хорошенько. Если ты ее зарядил, если у тебя там плюс урон, ты еще отхилился, вот тогда палку МК то, что надо. А если просто кидать вот сразу, без зарядки, это кому нафиг надо? Гром. Угу. Кому он нафиг надо? Ему надо. Да, мне поэтому нам нужен герой, который начнет драку, это пока не МК. МК просто показывает, где начнется драка. Но я надеюсь, что он не курит. Это моя надежда. А Стоби в последнее время любителем Энигмы стал, например. Может, что-нибудь такое здесь покажет в этот раз. Он, чем дальше идет групповая стадия, тем больше отходит от своих пиков, которые он очень любил в Викинг GG. Он там всяких веников брал поначалу, то, что ему очень нравилось. Сейчас он начал играть на нормальных хардлейнерах. Ее забанили. Да. Mm-hmm. Так, ну что. Но они сами убрали, они решили сами себя законтрить. Да, они так и сделали. Вообще, если брать... Подожди, Абадон у нас на 4 или на 3? Просто я думаю... На 5. А я вот хотел Сало на пятерочку, а Абадона свапать. Сало можно на 4 поставить, Сало можно на мид поставить. Гром, лучше на пятерочку поели. Да? Да. Там будет. Просто против меня на моем 3К вчера играл Абадон Керри. Так. И он не выиграл. Это со Смурфа зашел, короче, с тобой Эльчач поиграть. Может быть, может быть. Ну, тут нет смысла его куда-то представлять. Здесь два саппорта, по идее, по-хорошему. Давай так, пока в нем вообще нет смысла. Вот, вообще, то есть вот он пока есть. Не, ну он кашни просит, что. Ну вот, например, вот когда есть Бэйн, есть смысл, он хотя бы щитом там кидает, и Бэйн думает, а что с ним потом делать? Его как бы убить нельзя, и помешать кидать щиты нельзя. Здесь пока нет ни одного героя, которого бы эти щиты, ну, так скажем, напрягали. То есть, с одной стороны, просто бежит Абадон. Представь, ты идешь на замес, ты кто? Давай, кем ты обычно играешь? Я на разных позициях вообще. Давай, где давай на керри, на керри. На керри свенчик. Вот, ты свенчик, смотри. И ты бежишь с Абадоном, он тебе там чуть похилит. С другой стороны идет Чен. Дает тебе ауру волка 30% дэмэджа, дает тебе ауру голема там 15% хп, дает тебе, там, не знаю, ящерица дает тебе баф. И там любой керри, просто называй любого, и вот ему все это дает Чен. А еще там аура на хил, вот это Hand of God. И с одной стороны у тебя Абадончик, который просто дает чит, ну немножко хила. А с другой стороны у тебя вот это все суммарно суммируется на коре, и ты свенчик. Еще и потенциальный тауэр дэмэдж. Да, еще и пуш, еще там много всяких прелестей. Короче, еще это он дает не одному герою, а всем. Чувствуешь? Да. Чувствуешь? Но я, кстати, не знаю, почему тогда тот же, да, Чен не особо популярен в принципе. В мете. Ну, во-первых... Есть много других пополезней челов. Ну, есть, да, но далеко не все... Не просто... Дима его так привозил, игроков... знаешь, он прям как супер-супер. Не, реально... Далеко не у всех людей хорошо развит микроконтроль. Например, вот Мипарем играет очень мало людей, даже на профессиональной сцене. Я знаю вот Абеда. Вихо. Ну и Вихо, да, но Вихо и то нет. То есть вот... И когда-то даже Мипарь был очень популярным, когда он был очень популярным, он реально играл только два игрока. Это вот Абед и Вихо, может быть, это еще. Ну, именно круто. И они катки за 25 минут выигрывали. Потом была такая история, что его понерфили ради того, чтобы этого не было. И, короче, вот такие герои есть, им нужно очень круто микроконтролить. И, по сути-то, у нас на чине кто играет? Заяц, Пупей, Роджер. Кто-то еще есть? Из таких вот мультикликеров, мультитаскеров. Ну, это термин из StarCraft, вы же простите. Ну, короче, вот по сути только они на этих героях играют. Если бы играли на чине все, его бы все пикли. Но все не могут на нем играть. Кстати, тот же Заяц на козе нормально тоже разыгрывает. Не, на козе даже ты нормально разыграешь. Нет, я надеялся от Зайца хоть одного Тетчиса увидеть здесь. Ну, камон. Давай улучшать комьюнити не здесь. Давай улучшать комьюнити не здесь. Потому на квалах-то на не боялись, вчера играли. Вчера весь день, по-моему, с друзьями обсуждали, да, вот опять же, тему этого наболевшего вопроса, вот Тэчес. Тут, когда его уберут? Он нужен? Какого черта он нужен? Кому? Это санитар Доты. Он нужен для контента, если что. Тэчес нужен для контента. Когда я вижу стрим, я вижу Тэчеса и профессионального игрока, который играет против Тэчеса, неважно кто, я уже чувствую, что через 40 минут будет контент. Например, там Ильдан, допустим, играет против Тэчеса. Сосиска едет в трон. Через 30-40 минут у тебя эмоции просто, одни эмоции на глазах у стримеров.
Ну, у тех, которые играют против Тэтчина. Хорошо, ладно, давай рассмотрим с другого угла. Ты играешь против него. Мне по кайфу. Для меня это стратегическая война. Ты любишь война. Боль? А? Ты любишь боль? Ты должен думать каждую секунду, а можешь ли ты пройти на пиксель дальше? Тебе нужно думать, как Тэтчис. Тебе нужно быть Тэтчисом. И угадывать. Это как... И понимать, где находится. Чтобы поймать вора, нужно думать, как вор, да? Ну, короче, надо думать. Когда Тэтчис в игре, тебе надо думать. Это круто герой. Нет, таких героев побольше. Сейчас знаю, что не все согласны с этим. Ну, это уже за Гидра, я так понимаю. И Крипвейв уже на таймере. Я впервые вижу его здесь. Он на инфе всех разваливал. Его пикнули для того, чтобы, наоборот, не отдать. Не, почему? Его ставишь на пятерочку, он очень много делает. Третий мелечник не нужен. Там уже два саппорта. Ну, потенциально там уже два саппорта. И МК не хочет быть кором. Вот когда ты МК, не знаю, играешь ты на МК или нет, МК не хочет быть кором, когда все прыгает, все летает в разные стороны. МК ненавидит быть кором. МК в этом случае лучше играет на четверке. Эмбер уже летает. Поэтому МК лучше на арену поставит, будучи чертой позиции, но Эмбер вылетит, да и черт с ним. Немного потеряли. Так, ну теперь пик за командой Creepwave. Кого им забирать сейчас? То есть, ну, МК, вероятнее всего, да, это пока что у нас на кора. Они мид открыли, да. Бэтрайдер можно и в мид вроде как, да, и на тройку можно. Ой, нет-нет-нет-нет-нет. Это Бэтрайдер, нормальный Бэтрайдер, нормального Эмбера на линии уничтожает. Но здесь происходило всякое. И каким образом там салат иногда Эмбера у нас линию выигрывали против бетов, я не знаю, но это происходило. Бывает и такое. Но, по идее, нет смысла никакого никуда ничего не представлять, разве что как-нибудь Гидре задуматься. Но им тоже уже некуда девать этого Эмбера. Может, это байт на пик для Гидры? Нет, только не МК Кэрри, пожалуйста. Только не надо. Нет. Пахнет тройка виспом уже. Ну, пока висп тройка очень смотрит. Подожди, или Оракла банили? Не, Оракла не банили. Оракла никто не будет брать, его же некуда. Думаешь? Брать. Ну, смотри, у Крипвейв пока одна задача — это вырубить Титана. Если Титана вырубаем, то тут так прикольно получается. Они долго дерутся, Бэтрайдер на всех настакал напалм, и обонос виспом всех захиливают. Это прикольно. Но если Титан выживет, МК там как его не хили, он ноль брони, просто пару утычек ему дали, и он падает. Венга тройка, да. Ой, Венга тройка проиграла все сложные линии, которые вот я видел. Вообще все игры, все линии она залила в салат, без вариантов. Но в лейте она хороша. Свапает против Бетика, может высвапать МК из арены, может заставить Абадона ошибиться просто потому, что он будет не в позиционке. Главное, чтобы на линии все было хорошо, а не факт, что так будет, потому что потенциально МК может и в легкую пойти. Да линия получается Вингачен такое. Ты слишком торопишься с выводами, что получается. Ты расслабься. Нет, я хотел по ластпику сейчас. Ластпику вот, нет, смотри. Ты расслабься, посмотри на баны, которые сейчас придут, а потом уже говори, что получается по пику. Пока до пика еще рано идти. Ну, сейчас, подожди, бан-бан, и сразу пик будет у Гидра, а у Крипвейв получается ластпик. Я же правильно Нет, понимаю? Нет, ластпик написано над этим. Над иконками героев. А, все, вижу. Сори. Так что они видеть будут, против кого конкретно они будут играть. Вот этот момент флекса по позициям, который мы сейчас обсуждаем, он уже будет очевиден Гидре. Может, они сейчас завестят этот бан, но совсем не так важно будет. Опция все равно найдется, что делать. И если это висп-тройка, то я не очень уверена, что Крипвейв собственную идею осилит. Потому что они таким раньше не играли. Даже не пытались. Таким только греки играли. Да. Кстати, нормальная игра, они разваливали. Со Спартан, вот. Который. Угу. Да, а потом им начали просто банить этих героев, и все, у них ничего не получилось. Ну, посмотрим. Сейчас мы глянем, что будет, да как. Нам нужен какой-то хороший кэрри направо, да. То есть медуза какая-нибудь могла бы, например, зайти, просто потому что ее нечем убить. Вот я смотрю на героев справа, вот стоит медуза. Они МК хотят, я смотрю, тут... Крипвейв на первую позицию поставить, смотрю на баны, и, видимо, оно так и будет. Ну, которая против МК, да. То есть МК у нас идет на кэрри, и, допустим, просто берем медузу, нажимаем стунгейс. Да не, им миллиард чего можно взять. Тянешь ее в лассо, да и пофиг, она, ее притянут, она нажмет стунгейс. Нажимаешь на арену, да и черт с ней, она даже в арене может стоять, у нее там куча хп, и все будет нормально. То есть почти все герои бьют с руки, ну, кроме Бетика, да, то есть тут медуза прям напрашивается. А еще напрашивается Бетик сложную, и вот тут могут быть поминки для Эмбера. То есть против Бэтрайдера можно стоять так, что ты вырубаешь Лэмгуард, идешь вперед, ну, допустим, и потом бежишь за руной. Если будет вайпер в центре, там может быть душка. Такая конкретная прям. Угу. Ты можешь вообще не убежать никуда. До третьего левела плюс-минус вроде как ровно стоят. И какой герой пойдет в центр, мы увидим, просто потому что зависит от того, какого кора сейчас возьмет Гидра. Да, Медуза — это очевиднейший пик. В общем... Гидра.
Да, пику прям Гидры. Вообще научилась. Не, не, смотри, не факт. Давай посмотрим, насколько сильно Венга зальет сложную линию. Ни одной сложной линии Венга не выиграла, особенно против МК, поэтому мне интересно посмотреть, в какую слотень МК будет развлекаться на легкой линии. Я уверена в их Чене. Они на нем очень много играли, показывали, и команда умеет с ним играть, и сами исполняют о нем круто. Я уверена в их Эмбере от Аскольда, он очень крут на нем, и Медузе. Вот эти два остальных чела, я не очень в них уверена, чела. Это единственное слабое место. Давай, твой предикт. Мой предикт на команду Гидра здесь тоже, я, в принципе, вам склонен. Ну вот и нормально. А ты знаешь, как у нас устроено, когда я в аналитике? Вы даете предикт, а я вас душу после матча. Да. Ладно, давайте посмотрим коэффициенты от наших друзей из Винлайн. 1.40 на команду Крипвейв и 2.80 на коллектив Гидра. Но по драфтам так и не скажешь. Но это, опять да же, это предикт на всю серию. Да, поэтому, дорогие друзья, будем смотреть. Ну а комментировать для вас эту встречу будут несколько видоизмененный стол комментаторов. Это Джем и Инмейт. Несколько видоизмененный углерод, я думал, скажет нам по итогу, да. Это правда. Врываемся на второй матч сегодняшнего дня, и нас команда уже радует такими нестандартными, я бы сказал, драфтами, да, героями, которых, ну вот, перед интом... Ну, которых не было на первой серии, но эти команды, эти герои в целом-то использовали. То есть мы да, только вчера правда. Весь день говорили, типа, вот, типа, сейчас Заяц на Чене покажет. И он раз берет и показывает Чена. И сегодня раз на ФПшечку себе Чена забрали. Все, кайф. Это правда. А, собственно, я единственное, что не понял, что про лям, но это, наверное, и не понять, пока мы не вернемся в игру, ну, не ворвемся в игру, непосредственно посмотреть, кто на какой позиции в итоге будет. Больше всего играть. Вопросов все-таки Бэтрайдер и Вайпер. Да, кто да, куда? Вот именно вот поэтому, вот сейчас... кто куда. Мне кажется, все-таки тройка Бэтик. О, не Бэтик, а Вайпер. Ну, Вайпер, да. Да, так и есть. Ну, это, в принципе, было логично. Странно было бы, если бы они Бэтрайдера отправили в сложную стоять. Ну, вот. Ну, окей. Ну, слушай, такое тоже бывало. Вот 33-й, например, ходил несколько раз против Спектра, и там просто вынос вперед ногами, потому что это сильный ранжевой герой, который на длинной вот дистанции, в том плане, что ну, в центре у тебя вышка рядом, а там вышки далеко. Если ты, например, отошел к противнику под вышку, то все, ты не фармишь крипов, если ты к ним подошел, ты умер. И они, типа, это круто использовали. Поэтому, как вариант, можно было бы попробовать это сделать из расчета, что ну, Чен такой саппорт, который не то чтобы прямо на линии стоит. Зачастую он бегает там с крипом еще куда-то. И в это время, получается, твой керри вообще не подходит к крипам. Он только что съел? Или мне показалось? Ну, то есть потратил. Тангусик. Не тангусик, а веточку. Веточку. Возможно. И разрубил топориком, насколько я успел заметить. Чисто по фану. Ну, бывает, что уж там, да. А, так вот, что я хотел сказать. Я слышал, что Медуза под Вингой довольно сильная комбинация. Да и Близи жесткий достаточно игрок на третьей позиции. Вот, поэтому как бы... боязно немножко. Потому что МК, если честно, на керри мне не особо внушает доверие. Как а мне наоборот. Да? Мне на керри нравится больше, чем а на четверке. Это очень, первый момент. Честно. Второе, мне очень нравится, что он штормер на сигнатурных героях. Mm-hmm. А это Бэтрайдер, один из них. Поэтому пока что, знаешь, вот по драфту смотрится так, как будто бы Гидры жестко. Реально вот сильные герои. Но при этом все, вот неспроста, да, ребята из КПФ там 7-1 группу провели, неспроста они играют в финал вот сейчас Виннеров. И вполне имеет шанс сегодня выйти в финал, гранд-финал. Поэтому посмотрим, что у них получится, что у них не получится. Но первоначально по драфту нравится Гидр, но думаю, что КПФ победят. Посмотрим, посмотрим, как будет. Здесь у нас Тоби наверху бой ставит при поддержке Катаоми на виспе. Здесь уже Мука настакал себе там степлер. Очень больно. Тоби, посмотрите, как его просто месяц. Это Элдер, да. Элдер Титан, конечно. И минус весь топ ХП в итоге. У Вайпера проблема стартового мувспида. То есть даже по тизерам 291. А Элдер там его вот перегоняет только так. Да. И сейчас вот обновится первая, вторая билка. Можем зайти и снова постучать. Да, уже в позиции стоит Элдер Титан. Готов. Стучим? Да. Стучим, да, поехали. Давай, раз. Ну не, не убьет. Открывайте. Алло. Открывай, медведь. Сова пришла. Слушай, ну больно. Кстати, его могут забрать. Могут, могут. Ну, да. Надо же тоже понимать, что противник. Как я и говорил уже, на длинной линии вот есть такая ой, проблема. Ой, еще и Дриму накидают сейчас. Ты можешь ошибиться, и они да. реально ошибаются. Плевок Дрим есть, медло есть. Еле-еле-еле выживает. Ну да, неприятно здесь, конечно. Перенаглели немножко. И Гидра. Чем дальше в лес, тем сложнее будет, потому что ну, будет апаться обилки вайпера. Это на замедление и все прочее. Так что здесь пока самая, наверное, интересная линия. Хотя снизу теоретически какого-нибудь зайца могут подцепить. Вряд ли смогут близи так вот легко забрать. Или смогут. Бодиблочек пошел. Такой себе ну, да, бодиблочек, если пошел, честно. Пошел, да. пошел. Это хорсблокинг. Хорсблокинг? Но он на коне. А, ну это да. Но при этом он фишман, то есть как бы там, ну,
рыбак рыбака видит издалека. Короче, сейчас можно очень далеко уйти с этими рассуждениями. Так, ну и в миде у нас противостояние Эмбера против Бетрайдера. Пока здесь все ровно, ничего интересного не происходит. Вряд ли удастся Бетику забрать Эмбера. Если только Эмбер как-то не зайдет Эмбер слишком далеко. Эмбер может ошибиться, поймать много стаков на руне, то есть на второй, на четвертой минуте, на третьей, если далеко куда-то. Ну, чисто от мисплея игра. При этом сам Эмбер тоже может за мисплей, там, за вышку наказывать Бетрайдера. Надо это помнить и не перенагревать. И вопрос такой, он бочку будет сегодня качать или не будет? Потому зачем? Что, ну, ты нападаешь, он типа фисты, заявил, ты бочку чук. Это больше рофл вопрос был. Такой, знаешь, типа, ну, нафиг надо, не буду качать. Не-не-не. Вопрос в том, что просто есть такие варианты, то есть на четвертом 2-1-1 иметь и так далее. Я согласен. Тут от Бетрайдера, от его понимания, что он хочет, не хочет на этой линии сделать, происходит. Поэтому я думаю, что мы имеем шанс такого бы это получить. Так, ну да ладно, да, крипа. Кстати, привязали Бетика здесь, Бетику больновато, но Феррик спасает нормально, два заряда в ботле тоже имеется, поэтому жив целый орел, а Тоби прям на фрифарме находится на линии, ничего здесь не могут ему сделать, ну и как-то Медуза уже побаивается к крипам подходить. Да, причем я думал, что Чен сюда придет, и в итоге Чен сюда пришел, а Мири Элдер, ну вот он на первом круто постучал, дальше к ним боится. Ну тут сейчас вот стучат Дрим очень здорово хорошо. Дрим, да, неприятные, конечно, плевки, то есть мана просто в ноль. ХП в ноль, он стоит, догорает там потихоньку. Регена нет. И да, то есть ты вот стоишь, пришел, убил крипа, 50 там голды заработал. Несешь фласку на 100. Пришел крипа, там заборол, 50 получил, несешь фласку на 100. И вот твой друг. Да, умирает, кстати. А он умер. Да, без друг. Шансов. Нет, это жесткая линия. Не, линия очень жесткая. Линия, потому все, что... и вайпер только будет скелеться. Я думаю, что Медузе уже пора бы призадуматься насчет того, как спасибо... Сразу в лес? Да, а что делать? Ну... Ты не можешь подойти к крипам? Возможно, на такой минуте вакансия лесничего еще не открыта. Я понимаю, что нет, но тогда ты проиграл. Я не знаю, но тут у нас подставляется фишман, умирает. Но это... Ну, тоже хорошо. Хорошие получены. Полезные для убийства. Так что хоть где-то удается сделать продушку, потому что в центре непонятно, 50 на 50, да. И вот мы видим, что кэрри позиции и там немножко страдают. Но медуза жестче страдает, потому что вайпер делает фраги. И ФБ, и доп фраг. Здесь Винга пока только один сделала. Ну что ж, вот опять. Здорово, Дрим. Да. Неси фласку. Знаешь, просто типа вышел, змею кинул. Фласку да, понес. Я об этом говорил, что ты не можешь просто подойти к крипам, не потеряв ХП. Оп! Беги, неси фласку. Ну это просто жесть, он тебя еще подсвечивает. Ну это нет, это невозможно, это нечестно. Ну, да они даже подвышку. Конечно. Типа, вайпер одна большая проблема, это отсутствие маны обычно. И висп ее полностью компенсирует. За счет того, что типа регенится самый тизер, он теперь ресторит. И, то есть ты приходишь, он реально вот бесконечно может драться. Вот, но сейчас убил, ты вернешься, он снова нападет. Ну что, может быть, пора открывать вакансию лесничего? Ладно. Просто. Наверное, пора. Ну, 1800 медуза и. Ну, пока не настолько. Это еще даже ультимейта у вайпера нет, а появится ультимейт, как выживать. Тэп-аут. Как во все года. Окей. Классно. Ты пришел на линию, тэп-аут. Пришел на линию, тэп-аут. И фласку несешь. Вот это геймплей, вот это игра, я понимаю. Не, выглядит неплохо сейчас. Оп! Все, неси фласку. Да нет, пока рановато, конечно, все равно неприятно. Да нет, в смысле, пока деньги есть. Вот, да, вот этого парня, вот этого парня можно побить, посмотри. А он не хочет умереть? Ну, наверное, хочет. Так все, он умер. Ну, здорово. А друг твой? А друг тоже сейчас будет. Ну что это было такое? Ну, ты, блин, ты стоишь на линии против вайпера виспа. Двух ренжевиков, еще и вайпер, который... Слушай, просто... я допускаю с очень высокой вероятностью, что это первый раз в жизни этих игроков, когда они стоят линию вайпера виспа. Против них? Да. А, возможно. И типа ты понимаешь, что это жестко, но не понимаешь, насколько. То есть тут надо реально понять, типа, что вот там вот. Ну, там, просто... там вот, чем дальше на пиксель, от вышки дальше нашел, да, плюс 200 тут, урона. Тут реально каждый шаг, это ты вот как по лезвию ножа ходишь. Он отделяет тебя от смерти. Тебе нужно строго держать дистанцию, не загуливать ни в коем случае, потому что умрешь. Без шансов. Звучит очень грустно. Да, поэтому да. Вакансия лесничего открыта, я тебя поздравляю. Да, есть. Да, ура. Пошел, ну, пошел, на пятом пошел. Левеле, конечно, такое. Стрелять из змеек там уже, да, это очень не кайфово. Ну, что а я могу сказать? как еще? Больше никак здесь не выкрутится в этой ситуации. Смотри, сейчас берешь вайпера, купаешь домик, даешь контроль виспу, и он с домиком едет, нападает на тебя там, пока ты линию забираешь. Близи, через секунду будет стан. Он стан закидывает, должен жить. Причем его рейндроп спас. Рейндроп спас от смерти, да. Оп, руби.
не подрубил. Руби! А, сюда перетягивается имбирок, в итоге погибает Фишман. А он в курсе, что Геннадий вообще Геннадий нельзя, да, уже давно, ну ладно. Ну, бывает. Ну, знаешь, по старой привычке потом. А Заяц в мире... Короче, вот. Иногда есть вопросы к игрокам небольшие. Я то бы сказал, в данной ситуации... То есть, по десятибалльной шкале, давай, вот вопрос. Насколько ты хочешь в мире подходить в Битрайдер на полете? Наверное, на 10 из 10, ну, то есть, ну, в чем смысл? Да вообще не поэтому, ну, он просто вошел. Ты просто умрешь. А линию оставили... А ТП у него было? Давайте посмотрим. У него было? Да. Не, я бы не понимаю. Ну, то есть, типа, потерялся в крипах. Ну, знаешь, может... как Старкрафтер, типа, хотел этот самый... разложить танки, в итоге сложил, как бы, ГВП. Так, релокейт вниз, дерево нападает. Близи, беги! Да, близи. Ран, Форест, ран. Тут без шанс. Нет, тут по КД это будет происходить, конечно. Так, а что, это дерево не контрится? Супер жесткий вайпер по итогу у нас получается. 400 уже. Да, запушит сейчас еще и вышечку сверху. А ему надо проедать ТВР, чтобы не было вот пространства для фарма. То есть, если ты будешь легко заходить во вражеский... лес, например, да, то есть там отожмешь треугольник и так далее, то медуза, которая и так стартовала плохо, вот смотрим на ее мучение, один левел за все время взяла. Вот она из этого состояния, вообще, вот сейчас только что второй. На счастье медузы, что здесь вижу, нет никакого, ну, да, у, да, да, у крипвейв, потому что иначе бы релокейт по КД был бы по ее душу. О чем речь? Поэтому надо забирать вышки, вот сверху тавр упал. Тут продушка тоже небольшая по тавру. То есть, да, вот, ты привык обычно, что в размен на тавру выходит. Здесь начинает пробивать Radiant вышку соперника. На нижней это вообще редкость. Так что у крипвейвов реально все очень хорошо получается сейчас. И мы понимаем, да, что Битрайдер до сих пор не в кондиции, потому что, то есть, там что у него, травела БКБ Дагер когда-то будет, да, то есть он станет в разы сильнее. Вайпер, правда, непонятно, вот он делает вес. Это, наверное, не самый... хорошо скалирующий этого героя артефакт. Мне всегда нравился Рот Фотос, потому что много садов дает. Да, и плюс цеплять тебе плюс фиксируешь цель на месте, да, я согласен. Но... фиксируешь прибыль. И прибыль в том числе. Посмотри, что происходит. Просто... Но у него хаста есть, он сейчас безбегает. Грязь, конечно. А там тем временем в миде вышечка начинает падать потихонечку. Вообще можно убить сейчас муку, потому что все есть. Вот нам обновленный коэффициент от нашего. Да, Гриша из Винлайн. 1.35 на крипвейв, 3.05 на гидро. Ну, вот... я бы вот по такому старту уже пятеру бы давал. Но... ну, пока я бы не разгонялся, ну, ладно, кто да, его не, знает. Не говори гоба до первого ульта Чена. Да, да, всякому может быть. А вот быть. Теперь, как тебе эти стаки? Он же их заберет. Вкусно. По сути, вкусно. По факту, не очень пока вкусно. Сейчас могут забрать, правда, здесь Фишмана в очередной раз. Фишман накидывает на себя щит, но он погибнет, да. Он погибнет, но видишь, этот... там, сюда там, приходит там, Вайпер, правда. Друзья, сюда да. приходит Манки Кинг, и сейчас гораздо больше позабирают героев парни из команды Крипвейв вблизи. Застанил дерево на дереве. Вот это поворот. Вау. Но он улетел это просто. Опять, да, анимации телепорта потерялись. Да, где-то... где-то... обидно. Ну ладно. Это, кстати, об этом сегодня уже писали в чатике. А я допускаю, что не только у нас, потому, да, что потому я сегодня тоже про это слышал. Какой-то баг, я не знаю, или как это назвать. Ну, там апдейт выходил, я вот так... Причем я молодец, я реально открыл 10 этих паков фэнтези-команды на СНГ. Mm-hmm. Потому что первоначально всех стоит типа Северная Америка. Ты не знаешь, как они будут падать, а выбирать типа тот регион, который вот у тебя выставлен. Понял. Нашел 4 алохи в первом паке. Просто открыл первые 4 алохи. Во втором двое. Порадоваться за тебя или посочувствовать? Во втором еще 2 алохи. Еще 2 алохи. Я такой думаю, четко. Но по факту, на самом деле, за эти 10 паков я собрал всех, кроме 4 игроков из СНГ. Уже неплохо. Так, там за Зайцем погоня. Поймали его на лассо. Не смогут тиммейты никак помочь. Заяц погибает. Это очередная смерть. Уже 10-й к ряду фраг в пользу команды Creepwave. И просто жесть. Ничего, непонятно, как это закамбэкать, да? То есть вот этот вайпер. За счет чего, да? Да, вот как ты будешь его убивать потом? Потому что есть Абадон, есть Висп. Вам нельзя было проиграть линии. Они проиграли все 3. Причем в салат, я бы сказал. Нападение на Близи в очередной раз. Близи замахивался уже станом, но он должен понимать, наверное, что его здесь не заберут. Ну, ему здесь не выжить никак. Отпустят. Да, его не отпустят ни в коем случае. В это время там уже под Т2 чуть ли не врывается. Дрип догорает по итогу. Обида. А друзья его? Слушай, эта игра может быть очень быстрая. Тут сейчас такой дикий сноубол просто начинается от команды Creepwave. Вот он Ульчена, он был и как бы ни на что не повлиял. Ну а что толку-то? Он там горит у нас, видим. Мука. КГ? Плюс.
Ну, типа, что, пауза? Ничего не происходит. Ну, сегодня, на самом деле, очень много пакет лоссов у многих игроков, поэтому... Апдейт, скорее всего. Да, да, я тоже что-то где-то, то есть не отображается анимации там и так далее, типа вот... Это обычно такое происходит вот реально перед вот каким-то обновлением крупным. Ну, сегодня же там где-то уже ходила инфа в интернете, что типа два там этих, что-то... Компидос, что-то Аркана на дровку, ну, вот, что-то вот там я говорю, еще. Скорее всего, уже где не за горами. Где Аркана на Вайда? Где Аркана на... На Вайда. На Вайда? Он же победил он в голосовании? Он победил. Да. Где Аркана на Вайда? В следующем году. Я так же 3 года жду. Жди на следующий год. А тем временем погибает, да, там понятно. Ну, понятное дело, что... Можно даже было, да, не смотреть. Погибал бы Элдер Титан, тут без шансов. Я, конечно, знаешь, это вот... Смотрю на часы, вижу там 11:48, и понимаю, что обычно вот команды вот в этом месте трутся минут через 25. Да, то есть настолько плотная душка, настолько плотное давление происходит. Ну, посмотрите на графики, конечно. Кстати, еще не настолько плохо, 71:29. Но, да, 5000 почти, ну, голды. Здесь это... вероятность всегда есть того, что команда на таком кураже может занаглеть, пойти задайвить за Т2, за Т3 вышку, нафидить и так далее. Вероятность этого исключать нельзя. За счет этого, конечно, можно перевернуть. Медуза худо-бедно что-то пытается фармить, но, конечно, нетворс у нее прям вот ниже печальный. Плюса. Весьма печально, я бы сказал. Просто видишь, типа, Абадон ты не убиваешь, у него ультимативное. Ты никого не убиваешь, с кем рядом Абадон, потому что Абадон. То есть как быть? То есть как провести файт, которому тебе нужно, то есть стомп по пятерым, бразда по пятерым, чтобы все замерзли под ультой медузы после этого, да, в идеальный тайминг сразу после взрыва? Да? Грустновато. Да, я согласен, как пробуй. Вот попытка нападения на Вайпера, но сразу же захил. Ну, кстати, Вайперу больно было какое-то время до щитка и захила. Стоунгейз пошел от Медузы, сюда приходит Штормер. Могут забрать сейчас, попробовать. Нет, не могут никого забрать, потому что врывается Манки Кинг. Пошла арена от него и просто всех расстреливает. Тоби и этого, того, и этого увозим. Это Тим Вайп. Ну, я, если честно, я не знаю, тут как... Ну, ладно. Сдаваться-то они не будут, но это просто развал. Ситуация просто настолько плачевная. То есть 7 тысяч на 13, на 14 минуте. Полный развал, ты никого не можешь вкусить. То есть... Представить файт условно лучше будет тяжело. Сложно, да, потому что они 5-3 нападали. Очень хорошее начало было драки, хорошо засвапали прямо. То есть, в толпу. Да, можно было фокуснуть виспан. Но почти там, забрали, да. Но там уже, то есть, настолько вот этот Холли Локет уже готовый. Уже, типа, опять же, Абадон был рядом. Ну и Кристаллис вовремя оказался, отлично ворвался в драку и просто все сливки вместе с Тоби снял. Как говорится, с последнего замеса. Тут продолжается избиение, Заяц еле-еле убегает, вышка, конечно, в миде все еще не падает, но мы видим, насколько плотно сейчас заняли карту парни из команды. Здорово, Дрим. Крипвейв, да. Причем Дрим понимает, что ему нельзя ни в коем случае показываться на линии. Мне нужен их спец по Зайцам, они шубы меняют, когда снег или когда там, условно, ноябрь. По-моему, и так, ну то есть, типа, в зависимости от окружающей среды. Да-да, вот пора менять шубу. Потому что его находят просто на раз-два эти хищные противники. Ну, то есть, как бы, снег выпадает, они белыми вроде как становятся. Ну, они же не просто, знаешь, ты пришел, шкаф открыл, ты шубу поменял. Кто знает, ну, может быть и так, ты же не знаешь. Это бобры так делают. У бобров свой шкаф есть. 4 баунти руны, но оно понятно за командой Creepwave, потому что карта полностью под их контролем. Ну, типа, 1000, почти 800 голды. Тоже многовато, тяжело играть. Сейчас же Т2 еще где-то могут отжать. А мы напоминаем, что у нас под трансляцией есть баннер, по которому вы можете перейти и получить 2000 рублей на свою первую ставку от Winline. Так что пользуйтесь обязательно этой опцией, если вдруг есть такое желание. А вот есть релокейт, кстати, палка. Есть желание подраться у команды Creepwave. Dream прожимает Stonegaze. Прям в любой ситуации непонятно нажимает Stonegaze. Ну, слушай, бежишь. Здесь это хотя бы их хоть как-то спасло. Близи он? Видит Близи. Но Бэтрайдера не хватало. А вот и он. А вот и он, наш спаситель, наш герой. Слушай, ну, уехали, правда? Мука выжил вроде пока. Пока живет. Свап от Винги, хорошо, стан залетает. Манки Кинг под вышкой. Вот от того, о чем я говорил. А вот и он. То, вот. О чем я и говорил. Манки Кинг кастует, правда, арену и как бы все. Там бегите. Друг вернулся с свистком. Да, бегите, глупцы. Сейчас всех просто подоедают. Здесь погибает Фишман, но это всего лишь саппорт. Начинает избивать Близи. Близи под замедлением. Настакал уже пассивочку Кристаллис. Близи тоже отправляется в таверну, там пытается хоть кого-то забрать Эмбера, удается забрать Бэтрайдера. Блин. Далековато залезет, очень хлип с замедлом, не отпускал. Ну и нормально, слушай, это размен 3 в 3. Я об пока этом что. Говорил. Пока что. Сейчас еще и Тоби заберут, смотри. Или Тоби их заберет. Я больше не знаю. Я думаю, что Тоби заберут. Я говорил об этом.
что загуляют. Да, это абсолютно очевидно, что это произошло бы здесь точно. И вот оно как раз-таки было на ваших экранах. 7000, конечно, все еще остается преимущество за командой CreepWave, но... Это хотя бы даст время пофармить Гидре, пофармить Медузе той же в спокойствии, так скажем, и без лишнего чувства тревоги, когда ты боишься, что за тобой в любой момент могут прийти. Если есть чувство тревожности, да, если чувство победы, когда типа, ты идешь, и типа, все хорошо, все четко, пришел, ты победил. Так, и что у нас там? Да ничего пока не происходит, я думаю, что CreepWave не должны сейчас ослаблять свои хватки, просто продолжать давить. Да, разочек ошиблись, но... Я про то, что вот они готовы, диффуза. Диффуза, да. Теперь ты от него еще тяжелее уходишь, плюс выжигает ману Медузе. Не видит Аскольда сейчас. И видишь, что ремнантов нет. Ой-ой-ой-ой. Один у него запасной стоял. Ну, могли бы на самом деле и подзатаймить как-то, но окей. Не удалось поймать. Вышку пока, конечно, не бьют. Но могут фармить, опять же, треугольник безнаказанно. На самом деле, нужно Т2 забирать аванпост, забирать Рошана. То есть, ну, ускорять немножко давление. Они пока вот с этим забегом под Т3 немножечко перенаглели. Ну, посмотрим. Сейчас файт где-то будет намечаться, я думаю. Да, пока не ясно где. То есть где-то. Очень не хотят драться Гидра. Их можно понять. Ну, то есть, они понимают, насколько сильнее оппонент. Знаешь, тебе заяц просто дорабатывает пружом, типа диспелит с вайперовские, типа плевки. Красавчик. Снизу небольшое нападение, мана кончается, там диффуза работает. Ну, успел улететь. Успел улететь на последней вот мане. Нимбер спирит. Повезло, повезло. Угу. Ну, он 4 стак уже просто зарядил, там, наверное, могла быть совсем беда. БКБ у Битрайдера? Да, БКБшечка есть. Ну там все еще свап Венги, все еще Стонгейс, Медузы, то есть нормально все, более-менее. Правда, Манки Кинг врывается. Привет, Медуза. Пошла арена, кстати, диффуза есть. Дрим без маны. Дрим без маны! Но с тиммейтами, которые дают ему меку, дают ему свап. Ну слушай, все равно Дрим очень больно. Очень больно Дриму, еле-еле он выживает. А сюда приходит уже Штормштормер, да, и Дрима заберут. БКБ Штормер прожимает. Кристаллис живет, заплевывают зайца. Заяц понимает, что тоже уже не денется. Близи тоже подловили, увезли. Это еще один минус. Минус 3 в сумме делают у нас очень легко парни из команды CreepWave. Ничего не могут им противопоставить Гидра. Вообще Гидра обычно бьет без ответки. А получается, пока что не отвечает она. А, ты имеешь в героях, что ли? Ну, например. Ну, это да. Ну, это же много где из Гидры. По-моему, в героях такая же механика. В героях была. Точно механика, у Грейшн, да. Гидры бьют без ответа. А, так, ну ты просто там... видишь, на перстетих героях они типа хайтер юнит, четвертый хайтер юнит, а пятых это какие-то это. Ну да. Фигня да. Переходная у темных эльфов. Рошан падает там тем временем. Я не знаю, настолько односторонняя игра, что прям не за что зацепиться у команды Гидра. Ну, за те два файта, которые провели более-менее успешно. Ну и то, это провели они за счет того, что сами CreepWave. Да, ну смотри, как давно Гидры нападали первыми. Достаточно давно. Один раз они пытались, получилось так. Вот попробовать нащупывать этот момент с тем, что противник с ракетом где-то гуляет. Не надо найти не тех, кому они прилетят, а вот именно Виспа выцепить с кем-то. Ну, как-то да, попытаться, но за счет чего цеплять? Кому точнее? Ну, Винга, Свап, дальше Эмбер, дальше Элдер, дальше Чен с крипами. У тебя там может быть теперь там три голема плюс два. Я сомневаюсь, что у нас будет такая ситуация, где будет один Висп, который там... Не, который ну, вот так вот оставит вайпер, допустим, без убить. Защиты оставит. Сейчас оставим. Они найдут МК, а он с Эгисом. Типа, будет плохо. Или он МК их найдет, потому что команда с другой стороны. Или уже он их найдет, да. Все правильно, обидно, обидно. Да, вот он уже релокейт, Близи нашли, Близи пытается упрыгать отсюда, но его никто не отпустит, Близи минус. Насколько он близок к Аганимуксу-то? Да, сверху тем временем Аскольда видит, но не стал прыгать на него. Ну, слушай, он почти собрал, 1200 осталось. Но мне кажется, что это не та цифра, которую легко будет добрать. Это да. Это еще не конец. Возможно, в миде сейчас могут поймать, например... Элдера, но на хосте. Но на хосте, да. Его так не словишь. Нету Rot of Atos. Есть плевок. Ну, как-то в душу. Плевать на плевок. Плевок в душу просто. Это держится. Ну и не парятся. Так, из леса будут сейчас выселять из собственного парня из команды CreepWave, потому что нашли зайца здесь. Ну, опять, анимации ТП нет, понятно. Анимации нет и у Элдера, и они оба улетают без анимации. Бэтрайдер Даггер. Он готов. Бэт готов.
Бэтрайдер. Боже, как же быстренько настрелить. А может быть, талантик взять настроение я? Может, ему урон где-то придумать? То есть он крутые сады собирает, но вот именно дэмэджа просто... Ну, талантик есть же на яд. Есть рапира. Понял. Вот это я понимаю. Типа, по зданиям работает просто шикарно. Плюнул раз, плюнул два, как бы... Блин, как же жалко, что не ты играешь сейчас. Да, да, я каждый раз об этом говорю. По-любому бы собрал. Я бы башер собрал, на самом деле. Чтобы меня не знали, что рейнджевой герой, собираем башер первым слотом. На вивере просто имбище. Ну, Бет пошел, он видел. Он видел, но его подвязали, но он видел. И пошел дальше. Да куда пошел, пока? У него даггер. Ну, на треугольник прыгает. Он же подцепит, сейчас Эмбера видел. Да не ловит никого, в итоге просто прогоняют. Видит, подожди. Гидру. Кого он видит? Туман войны? Нет, он видел это. А, вот. Близи наш. Крупчена видел, вот видит. Видите, тэп-аут. Сбить-то нечем. Есть, чем успевает. Да, Близи погибает в очередной раз, практически в том же самом месте, где его забирали до этого. Monkey King продолжает с елки на елку прыгать, давать вижу. Оп, здорово, бандиты. Привет, Дрим. Пошла арена. Фуза. Разорался опять. Ну, короче, разменяли ультимейтами. Ну, разменялись, точнее, ультимейтами арену на Stonegaze, но зато арена вышку забрали. Арена не сильно нужна, вот Stonegaze нужен очень сильно. Вышку забрали, а Тоби продолжает под виспом настреливать из рейнджи. Построением. Т2 забрали, остается Т2 вышка снизу, Т2 сверху. В принципе, снизу тоже можно забрать, наверное. А Эгис-то все еще есть, опять же, не забываем. Мне как-то даже выпало из головы, что у меня Эгис-то забрали. Они сходили, забрали Т2. Сейчас не можно пойти, типа, доедать внешнее строение. Тут смоук, чтобы пофармить лес или что? Ну, подраться, возможно. И что Штормер спалил этот смог. Там БКБ и там инвиз. И ответный смог прямо сейчас от команды Creep Wave. Нападают снова на Близи. Близи очень больно. Но он спасает команду. Ценой своей жизни. Заберите лучше меня. Пытается выиграть время просто. Ну, его заберут здесь, конечно. И догонимо все так же далеко. Но так надо. Блин, но так далеко. Насколько же жестко сейчас катают просто Creep Wave команду Гидра. Там аналитики, по-моему, 2-0 за Гидру, да, были? Если не ошибаюсь. Димон, как обычно, ничего не говорил, но мы понимаем, что он просто не хочет убежать команды. Конечно. Своими безошибочными предиктами. Ну и что делать, да? Вот тут стоит эта машина. Да ничего не сделать. Вот он взял, кстати, талант по зданиям. Здания теперь от яда гниют. А, шар, простите, да. Точно же. Ну, мне можно. Так, там дерево кастует. Дерево на дереве, кстати. Дерево на дереве кастует ультимейт. Дерево на дереве, теперь Monkey King. Почему вылезли не деревья, знаешь, такие с палкой? Маленькие трынчата. Да. Была бы нормальная тема. С березы было бы, типа, красиво считался бы ультимейт. Да. С елки не очень. А, ну ладно. Ну, потому что пишите. Все голые стоят деревья. Ну, первую сторону сломали, да, нападают на Чена. Он пытается уехать, не получается у него это пока сделать. Заслипали немножечко у нас. Каунт, он дает свою палку. Бэйбэк от Винги, свап. Ну, слушай, все кнопки прожали. Вайпера забрали, окей, хорошо, сбили стрик. Близи сейчас снова заберут. Близи очень больно, еще один буквально ударчик нужен. Да ладно, Близи уходит. Дрим тоже убегает. Ну вот не надо сейчас наглеть, вы вайпера потеряли. Но нет, Кристаллис до конца здесь бьется. Они сейчас их позабирают, все стрики позабирают. Да, забрали виспас, там залетает Кристаллиса. И еще один минус. Ну правильно. Что нам мешало отойти спокойно, правильно, и пофармить, и вернуться обратно? Нужно драться под Т3. Фишман тоже отправляется в таверну. Но при помощи телепорта. О, да, кстати. Я думал, что он умрет. Ну ладно. Да, но он успел улететь. Повезло. Что сказать. Да, неплохая драка, если можно так и сказать, для команды Гидро по итогу. Да, они отдали нижнюю сторону, но зато в миде позабирали героев. Причем, если бы они просто атаковали бы Медузу, они либо убили ее, и не было бы проблем, либо она не стреляла бы в них, а убегала, и не было бы проблем. Да. То есть... Главное, что стоит типа герой, единственный, который хоть что-то может в этой игре сделать. И они целенаправленно фусят любого, кроме него. Просто всеми силами заливают. Туда-сюда. И это точное описание того, что только что произошло.
Так, но по-прежнему 13 тысяч золота преимущество за командой CreepWave. Сторону они снизу забрали. Ждем появления, судя по всему, следующего Рошана. Все еще достаточно печальный нетворс, если так посмотреть, у ребят из команды Гидра. Особенно у Винги. У Винги прям все очень плохо. Все только очень плохо, как они появляются, да. Ну, сейчас. Видишь, у нее 26-я минута. Он хотя бы появился, что уже неплохо. Вот, и этот самый. Скажем, не скажу, 13 тысяч перевес тоже никуда не делись по итогу. Подфина небольшого. И минута ориентировочно до Рошана, вот к этому времени надо, чтобы Гидр хотя бы что-то могли противопоставить. Перскадя могут противопоставить, значит, уже не так плохо. Да, Скади — это хороший выбор. С другой стороны, Медуза потихоньку тоже качает свой нетворс, мы видим, и у нее не такой уж и маленький нетворс, если посмотреть относительно героев команды CreepWave, но правда, на всю команду Гидра только один такой герой — это Медуза. О, кстати, ДД. Это шанс. Это шанс. Это чем можно подсейвить его. Мне понравилось, типа, сделали Valve Update, говорят, типа, теперь будет руна лежать 1.5 минуты, забыли добавить это в игру, и она все еще дымит, лежала в батле. Вроде сейчас уже пофиксили, но типа, как обычно, типа, то сделают, забудут добавить. Забыли, забыли, что объявили, забыли, да. Ох, отличный. Я знаю достаточно много игр, в которых есть описание, которое работает не так, как на самом деле. Ну, то есть, написано одно, а работает по-другому. Короче, там был отличный Близзи поймали. Отличный был тизер. И по итогу Близзи умирает. Есть иллюзия, которая вынуждена будет тоже отправиться отдыхать. И это плохо, потому что ББК нет, 70 секунд, знает это Гидр. Да, Гидр точно знает. Знает об этом и команда CreepWave. Потому что, ну, она делала ББК в прошлом файте, по идее. Ну что, ломаем Т3. Ой, Т3, да, вот он. Вайпер, собственно. Вышка упадет. В это время нападение на Штормштормера, кстати, снизу. Все в кулдауне, его здесь заберут, да. Ну ладно, там вышка умрет. Ну, не такой плохой размен. Типа, вообще, чел, я бы сказал, чел загулял, хороший. Он сейчас драка просто будет, по идее. Может, а будет может, ли может, она? Может быть. Я заяц трипов отдает пока что заяц. И свой этот мемориал на базе. Кстати, да. Но оборона. Оборона от команды Гидра пока не сдаются. Да и не торопятся на ХГ идти сейчас парни из команды CreepWave. Опять же, большую часть времени этой первой карты, ну, контроль по карте, наверное, ну, 90% точно за командой CreepWave. То есть крайне малый процент был от команды Гидра, когда они могли спокойно выйти, как бы даже свои леса пофармить. Медуза продолжает качаться, правда, с другой стороны. 2000 на руках уже. Аганим появляется у Эмбера. Вот это сильно. Вот Эмбер сильно сейчас на игру может влиять с Аганимом, потому что он может вроде зафокусить их условного виспа. Это довольно важно, если у него вдруг получится. Но, к сожалению, опять же, было бы здорово, если бы вот у них у каждого героя было, ну, 1000 на 2 больше. Хотя бы. Хотя бы на 2. Так, Кивер, я там видел, выпал для парней из команды CreepWave. Отдали ли Вайпер? Нет, Вайпер там с Робой. Ну, у него по мане проблемы обычно, поэтому с Робой играет. Ну, вроде весь просто есть, он может себе ну, позволить. Ну, все равно так, на всякий случай, чтобы монопол побольше был. Дрошан 30 секунд. Да, это достаточно мало. Нужно подраться, как вариант, за это время. Опять же. Шкадосу МК подъехал. Был один сворд, кстати, выпадает для Гидры. Ну, под Весселом, под Вайпером, под всем вот этим, что у них есть. Угу. Под Скадосом, неважно, где попал один, не паладин. Сатаник, не сатаник, там почти ничего не работает. Чен в том числе, кстати. Так, смог. От CreepWave. Но не нашли никого из команды Гидры. Гидры пока ступили на свою территорию. Вижна нет. Вижна нет у CreepWave. Ну, вообще, Гидры очень далеко ушли. Если так посмотреть. Чуть ли не на базу. Но они сами разбивают смог, посмотрите, идут в атаку. Эмбер на базе пока что, правда. Ну, он как раз таки прилетит. Вот ищут, ищут цели. Бетайдер пошел. Видит крипов, видит Элдера. Ого-го, как наглую врывается Кристаллис. Хорошая палка залетает. Бетайдер прыгнул далеко, увозит Близзи сразу же. Под арену Манки Кинга. Близзи умер, скорее всего. Приходит в драку Аскольд. Близзи, у него еще иллюзия остается. Трещина сейчас может залететь неплохая. Кристаллис под БКБшкой дерется. Нет, трещина такая себе по итогу. Тапки. Да, Дрим погиб. Все у них было не тут так плохо. Сейчас всех Кристаллис поубивает. Дрим погиб. Просто в предыдущий файт, где у них получалось, его не фокусили. В этот раз он оказался прямо вот в эпицентре событий. Жесть, просто. Манки Кинг испепеляет. Эх, ну когда-нибудь анимации появятся, телепорты. Сейчас тоже догонит, я думаю. У тебя форстав?
нормально. Прыжок. Нет, ладно, от этих двоих не уйти. Это не те герои, от которых легко скрыться. Не тот случай. Да, ну что, можно пойти Рошана забрать. Или ломаю. Или ну, я бы забрал. Просто скрипы снизу очень близко, их можно реально провести и Богдар отключится, забрать. Это же второй Рошан у нас в игре, как бы халявный, да. Шардик залутает. Второй просто не такой крутой, как теперь третий или четвертый. Это то есть, тоже, ну, типа, приятно, да, но... Я говорю то, что им удобно, в том плане, что противник быстро не заберет, и, может быть, просто задапить еще один файт на Рашпите. А так ты забрал сторону, как бы, и потом пошел на Рошан. Если он выходит, вот тебе точка для файта, и ты просто должен будешь победить за свои ультимейты. Если не приходит, то мы заберем Рошана просто с плюс стороны. Здесь сюда летит, вайпер сюда летит. Ребята готовы. Да, бараки падают, это мега-крипы, возможно. Нет, ну, сверху еще сторона. Слушай, ну, 20, они сейчас ее сломают. 24 секунды, 4 бисп улетит. Ну, давай посмотрим. А вот, Ласко, так, а вот так, а вот Близзи. Неприятные, конечно, новости для Близзи. А иллюзию не потерять как-то можно? Да нет, вот я думаю, что... Хотя, на самом деле, страхует там Элдер Титан, иллюзия живет. Но Вайпер настреливает по баракам, Кристаллис тоже здесь. Но было близко, согласись, для да, того. Да, ну, было, но... К тому, чтобы просто получить мега крипов. Надо уходить. Все, по итогу ок, в том плане, что сторону задав. И теперь идем на Рошана. У нас все есть, Близзи там, типа... Не та потеря, чтобы Гидра не могла пойти, потому что на иллюзии приходит пакость, и ты потом превращается в настоящего героя, да, то есть под условием иллюзии снова пакость. Но Рошан начинает бить, и надо уже бежать, и я думаю, что к этому Гидра не готовы. Не успевают. Рошан очень быстро падает, здесь не успеет ни в коем случае. Так, ну что? Аегис кто заберет? Аегис забирает... Висп. И правда, Шард забрал Бэтрайдер. Ну, видимо, потому что весь пенисный герой, которого убили в прошлом файте, типа, давайте же никто не будет ой, играть. Ой, заяц бежать, форставчики работают, крипочков пока что забирают. Окей. 22к перевес в пользу ты команды Крипвей. Эти ребята хорошо. Заранее Дрим уже нажимает. Дрим молодец, я про то, что насколько хорошо играют эти ребята из Крипвей. Что ни разу за игру Бэтрайдер не сбил вот этого МК, который просто не пойми куда, вот как какая-то бешеная белка с ветки на ветку скачет прямо через Firefly. Это показатель хорошей командной игры. И правда. Мне кажется, я бы вот в какое-то время в такой игре уже специально бы срубил, типа, сейчас что-то прихожу. Разочек. Типа, да, этот нейтральные воды закончились, наша территория. Не успевает, да, бабочку доделать? Mm-mm. Чуть-чуть. Заходит. И люди должны догадаться, что не вышли из самолета. Там подарил Манки Хинга. Просто забрать в сторону, да? Лассо залетает в Чена. Заяц сейчас погибнет. Да. Байбека у него нет. Байбека нет. В это время Кристаллис под БКБшкой начинает драться с Близзи. А у него, кстати, Аегиса нет. Но там есть Висп. Да, есть Висп, которого захиливает. Есть еще и Джингу Мастери. Бараки тоже падают. Бараки, еще пару спичек. Это мега-крипы. Убили Виспа, который с Аегисом. Это да, но там больно, может быть, сейчас Кристаллису. Пытаются его найти. Виспа второй раз заберут. Окей, но не страшно. Но бабочку купил. Бабочку купил теперь обороняй базу. Мега-крипов не купил, да. Бараки, к сожалению, купить себе нельзя обратно. А жаль, да? Тысяч за 50 можно было бы сделать, как думаешь? Это плохо. Да? Ну, типа, это просто значит, что у тебя есть опция. Сейчас ты нет опции просто сидеть на базе АФК. То есть ты не хочешь каждую игру играть снайпер Тинкер плюс там Омник Шейкер, чтобы просто не пройти было. Там войт какой-нибудь на протекцию. И типа стоишь, сломали бараки, грипы, дефаешь их 20 минут, отстраиваешь бараки, ешь типа в атаку. Вот что-то такого не было, то есть не пытаются автоматически как-то удлинять игру. Тебя типа это не должно тоже интересовать никаким образом. Откидывает две бочки, но пока живет. Ой-ой-ой, Аскольд далековато ушел. Что-то разорался ты с горы. Не знаю. Свап Аскольда. Ультимейт и правда довольно странный получился от через Дрима. Через что они были 3 в 5? Как бы можно было тут сейчас Дрима самого поймали. Свап а как спасаться? Один? Свап? Его, видимо, нет. Он потрачен был на Аскольда, насколько я помню. Да, Дриму пока что не сказать, что сильно больно. Его вытолкали из арены, уходит. Но заталкивает обратно бочкой. Вот мана заканчивается, мы видим, что Дрим умирает. Байбека у него нет, 80 секунд сидеть. Близзи пытается убежать. Так это ГГ. Да, его, скорее всего, тоже заберут. Это конец. Вайпер там, я смотрю, наплевывает. В это время погибает я только иллюзия что Близзи. Я посмотрел, как Заяц умер за 2 удара. Угу. Как бы вопросов вообще не осталось. Аскольд еле-еле убегает, уже чуть ли не под Т4. Ну и, наконец-то, эта первая карта заканчивается. Ну, такая. Ну, слушай, они хотя бы смогли в какой-то время, значит, дать иллюзию борьбы. Классно, что уже неплохо, да. Причем видел, ну... нет? Запокупал МК, мантии интеллекта, они вот так делали еще на том сезоне. Mm-hmm. Типа противники формата не очень умные и так далее, просто выкладывали кучу мантии интеллекта у противника перед фонтаном, когда ломали им трон.
такое несколько игр подряд. Небольшой БМ, да, по-дотерски. Да, бывает. Причем это началось в первой игре, где у них был Silencer. Я подумал, что он типа интеллект возвращает. А потом во второй не было Silencer, а Мантии все равно лежали вот так, ну, перед ком. Понятно. А что сказать, даже нечего добавить, если честно. Избиение с первой минуты. Но я думаю, что там аналитики есть что рассказать, поэтому мы передадим вам слово. Да, немного облажались мы все-таки с предиктами, это стоит признать. Я и Дарья были единогласны за команду Гидра, ну, по крайней мере, по пикам, но все-таки команда Крипвейв, ну, переиграла абсолютно по всем фронтам. Дмитрий, стоит признать, его здесь здравую мысль зрил в корень, что Винга на оффлейне, ну, знаете ли, не самая трезвая затея. И он оказался прав, как всегда. Кто бы сомневался. Но, тем не менее, Дмитрий, расскажите мне, почему настолько плохо у Гидры прошла вся игра. Давай так, просто оказалась плоха не одна Винга, а еще и зачем-то решили поставить Элдер Титана в легкую против Вайпера и Виспа. Это, честно говоря, я не понял вообще. Я думал, будет Медуза Чен. Ну, понятно, что там сложный будет плохо. Ну, да и черт с ней, как бы ничего хорошего так-то на турнире этого с Вингой не было, пока у многих команд. Но хотя бы Медуза себя чувствовал нормально. В итоге мы ставим Элдер Титана, который не может подбегать и бить Вайпера после третьего левела. До третьего еще нормально, там что-то подошел, ударил, ушел. А после третьего уровня он не уходит. После третьего уровня уже замедление, здорово Poison, Poison атак второго левела, потом еще Недертоксин сверху добавляем, потом еще Висп начинает на тизере догонять. Короче, с третьего левела он уже не подходит. Все, Медуза стоит 1-2. Да и она просто терпит, я бы даже сказал. Она не терпит, она просто умирает. Знаешь, терпишь, когда ты стоишь, и тебя бьют. А через там, боль добиваешь крипов. А там она просто погибала 2-4 на 7. В итоге у нас в легкой линии все замечательно. У МК у него просто фрилайн. Ну, Нетверса вот можно посмотреть. Да, посмотрите, Нетверс Винги, во-первых. Нетверс Винги на уровне Виспа, это первое. Нетверс Вайпера, Нетверс Медузы. То есть вот так вот все было. Вот. То есть самая в итоге надежная линия у них оказалась Мидиэмер, потому что у него не самый выигрышный матч против Бетика, но он в любом случае плюс-минус стоит. В итоге он стоял в этой игре лучше всех, если сравнить с другими линиями. Ну смотри, с другой стороны, если бы Вайпер встал на мид, тогда бы мид, скорее всего, проиграл бы Эмбер, но тогда и Медуза довольно, ну, да не, если легче бы просто, стоял. Да, Вайпер слишком хорош против Медузы в сложной линии, и Вайпер слишком крут, когда суппорт пятерка Элдер Титан, это вообще просто край. Ну то есть, в принципе, когда любой саппорт милишный хотя бы. Ну да, милишный суппорт — это просто шах и мат, поэтому тут, понятное дело, что вообще без вариантов. У меня были вьетнамские флешбеки, когда я смотрела эту игру. Примерно так же Гидробейтом проиграла карту. Да, вот. А потом у них включился режим Тащера. И они две развалили после этого без шансов. И я боюсь, что здесь может быть такой же исход, потому что это команда, которая не умеет вовремя включаться, что ли. У них очень нестабильная игра бывает. Иногда супер хорошо, иногда заливает то, что можно залить, и то, что нельзя залить. И здесь примерно так оно и случилось. Что лучшее, что можно сделать против Медузы? Не дать ей набрать слоты и закончить игру раньше. Тут так и случилось. Тут настолько лишили их спейса с самого начала, убивали везде, ловили все возможности, которые только им давали. И, соответственно, что здесь им нужно было выносить? Уже ничего не меньше. Причем, да, обратите внимание, первые три строчки на творце целиком и полностью под контролем у команды Creepwave. Да, это и Viper первое место, МК, который, да, и вот МК для меня кажется самая главная стадия, для него это начало, да, то есть условно вынести свои какие-то первые айтемы, чтобы он условно не чувствовал себя каким-то забитым, но он здесь более того, не чувствовал себя забитым, он просто летел вместе с своей командой и сноуболил в плюс своим же тиммейтам, да, то есть настолько круто и синергично смотрелись файты у команды Creepwave, что, ну, как-то у Гидро вообще ничего не получалось. Ну, это да. Постоянные вот эти... постоянный больше... яд, это просто жесть какая-то. Тут больше всех пострадал Чен, потому что Чен, вот если посмотреть, где происходят драки, вот они только попытались зайти на свой треугольник, и Чен хотел взять хоть какого-то крипа. Mm-hmm. Он только поднимается, уже начинается драка. Они ресуются. Они только поднимаются на свой треугольник, снова начинается драка. Вот так вот происходило 2-4-7, и здесь просто, ну, без вариантов. Из-за того, что у коров плохо, у саппортов тоже все очень плохо, и в конечном итоге тут вообще у всех все плохо. Ну, это, я бы сказал, частично, наверное, из-за того, что Элдер Титан не хотели ставить сложную против МК, потому что МК он сделает немного. Но если выбирать, например, между проигрышем двух линий... Или тремя. Нет, нет, ну, скажи так, они могли просто отдать сложную линию, ну... Да и черт с ней, ну при этом хотя бы более-менее были бы дела на легкой линии, но в итоге они отдали и легкую линию, и сложную линию. В итоге у них вообще вот минус две линии. И невыигранный центр. Он не проигран, но и невыигранный. Ну, там более-менее Эмбер старался, он как-то... Но опять же, а что сделает Эмбер? Да, у него заканчивается флеймгвард, а он быстро очень там заканчивается. Давайте справедливость ради этого отметить, потому что не, там все-таки... Не, там попробуй сейчас, смотри, там просто флеймгвард, если ты говоришь... Не, я имею в виду в драке уже. Нет, в драке-то ему сбивает флеймгвард, понятно. Да-да, я про это и говорю.
То есть как-то он вроде неплохо, он раскидывается фестами, у него и довольно быстро БКБ появился, но относительно быстро, да. Он что-то доделал. И при том здесь Кривые сами подарили драку под Т3 на вражеском, да, хайграунде уже. И этой драки на самом деле даже могло бы и не быть даже. Они уже там просто подзакинули. С таким пацаны. Преимуществом неважно вообще. С таким преимуществом. Там уже не проигрывается, мне кажется. Вот ребят снова поднялись уже в другой листок. Вот у нас начинается драка, и снова ребят просто автоотдачи. И сколько при этом крипов у Чена? Не, ну только големчика взял, я видел. Вот, ну, вот, вот, да, пришел голем вместе с маленькой Урсой. Все. Ну, МК просто не убиваем уже. Вот он бьет, он вообще все равно на каждого героя. Да, там он жареный поставил, все готово. Ну и Венга, она в таких обстоятельствах просто не работает. За что ее так любили не столь давно? За то, что она собирает аганим, и ты ее черти сколько убиваешь. Она умерла, осталась иллюзия, которую тоже еще убей. Потом она байбек нажала, еще раз умерла, еще раз иллюзия, еще раз попробуй убей. Да. А здесь, когда эта Венга собирает аганим там под 30 минут времени, ну, это когда уже... Когда игра длится 34. Это уже все убивается с одного тычка, то есть она не любит проигранные линии играть. И здесь именно такая ситуация и сложилась, то, что вблизи не вышло. Ну да, там очень плотно МК получился, на самом деле, с этим скади, диффузами еще. Да, он просто арену ставится, в принципе, уже и пофигу, что есть. У него даже, кстати, ни шарда, ни огнима, ничего не было, при этом, да, все равно у него арена даже не на 25 уровне, да? У него был билд, чтобы никто не убежал, диффуза скади. Это никуда не убежал. Ну, слушай, они же на это и рассчитывали, ну, по крайней мере, я с своей, так скажем, неопытной точки зрения вот вижу, что у них изначально был план просто агрессивно навязывать борьбу на линиях, потому что, да, слабая медуза в самом начале, особо ничего не делающий товарищ на Венге, который, да, имеет один свап за драку, но тебя довольно быстро нагоняет все равно тот же МК или Висп с тизером в паре с кем-то, да. То есть здесь действительно агрессивный плейстайл, как по мне, просто выиграл доту всю команде Крипвейв. Я могу ошибаться, конечно. Но если бы чуть пассивнее играли команды Крипвейв, я думаю, у них бы, ну, были бы проблемы. Могли бы быть, по крайней мере. Если бы ДКБ. Не, ну, учитывая, что Гидра умудрилась тут пару раз развалить, тут очевидно, что если Медузу хоть немножко отпустить, как это уже было видно, такая игра была у Гидры, то понятное дело, что Медуза в один момент становится неубиваемой, и все. Поэтому здесь Крипвейв молодцы, что они один раз только фиданули все вместе и на этом остановились. Причем, да, там сразу было понятно, так, пацаны, все это было лишнее. Уходим на регруппу, заново заходим, да, но там уже было и правда без шансов. В общем, вот по поводу Венги, повторюсь, ни одной оффлинии она не выиграла, особенно против МК, потому что рейндж у нее маленький, она не может даже хит тычковаться с МК, она только дает тычку, МК просто набегает, дает ей тычку ответа, а еще может купить орбу Феном. И она так-то еще не такая уж и быстрая. И по итогу МК он почти всегда настакивает себе пассивку, поэтому вот конкретно против МК Венга себя чувствует, наверное, хуже всех на этой лиге, потому что почти все игры, которые я комментировал, это была Венга против МК. МК выбегал вот таким вот каждую игру. Ну, у них, видишь, такой пик получился на ауры. И Венга аура дает, и тот же Элдер Титан, и Заяц на Чене. То есть даже Чен не спас линию. Да, если Чен не спасает никак линию, это все, конечное. Угу. То есть, а что должны были делать тогда в такой ситуации команды Гидра? Вот, честно говоря, непонятно. То есть, это ошибка, видимо, на стадии лайнинга, правильно, Дим? Ты говорил, что все-таки нужно... Я бы не ставил Титана против Вайпера на что в жизни. Да, то есть, Вайпера, точнее, Титана нужно было на низ отправлять, а Вингу можно было бы делать условной там пятеркой, да, или кем-то на топ. Снизу они изначально выбрали путь страданий, зачем ему усугублять ситуацию. Пусть хотя бы сверху будет все нормально. Угу. Ну, урон, да, конечно, у Дрима здесь все равно неплохой, да, относительно того, как, в принципе, протекал матч. Но он добрался до Скади, он добрался до Бабочки, но в целом... У него вся остальная команда была бедная. Да, да. Там он в одиночку не та стадия игры, которую мог все выносить, и слишком отожженные противники были. Ну, что ты поделаешь, бедный Медуз. Мне ее жаль. Это да, это правда. Общем... Ну и Штормер, как вы говорили уже, в принципе, да, один из лучших, наверное, на своей позиции сейчас. Ну, на этом турнире он очень крут. Mm-hmm. Пока ни одного центра не проиграл, у меня появилась мысль, что нужно сделать, в принципе, для Гидры. Первое, это если мы берем Вингу и там МК, то мы ее не ставим сложную. Куда угодно ставьте ее, только, пожалуйста, не сложную, она все равно ничего не делает. И второе, это, ну, просто забанить Вайпера, если вдруг вот такая комбинация неожиданно появится, его надо забанить, потому что так, по сути, Титан и Медуза, они лайнят почти против всех связок. Вот конкретно против Вайпера Титан после третьего левела Вайпера не работает. Вот, в принципе, все, что надо сделать. Угу. Ну ладно, дорогие друзья, у нас впереди как минимум еще одна карта между командами Крипвейв и Гидра, ну а пока уйдем на небольшую рекламную паузу и вернемся к вам со вторым матчем.